Добрый день. Сегодня я хочу начать новый свой проект, как в нынешнее время модно говорить. Я собираюсь вязать кардиган белого цвета из мотивов. Ну вот, я тут приготовила, сняла с девушки мерки. По этим меркам надо сейчас сделать выкройку. Для этой выкройку для кардигана из мотивов я буду делать в народном стиле, и для этой выкройки нам нужна будет мерка полуобхват шеи, полуобхват груди, длина плеча, обхват руки, полуобхват бедер и ширина, нет, и длина изделия нужна будет. Ну, начнем мы построение выкройки с точки А. От точки А влево нам нужно откласть 6 сантиметров. Это будет ширина горловины. Теперь от точки 6 мы будем откладывать вправо линию, которая будет у нас равна длина плеча. Плюс длина рукава. В данном случае у нас длина плеча 11, длина рукава 55. Значит, эта линия у нас будет равна 66 сантиметров. Здесь у нас будет 66 сантиметров. Теперь нам нужно линию груди найти на этой выкройке. Для этого полуобхват груди 47 сантиметров мы делим на 3, и к этой величине нам надо будет потом прибавить 5 сантиметров. То есть здесь у нас получается примерно 16 сантиметров, 47 разделить на 3, плюс 5. То есть это будет равно 21 сантиметров. Вниз мы отмеряем 21 сантиметр. Это у нас будет линия груди. Линию груди мы проводим сюда. И теперь нам нужно найти ширину изделия. Ее мы находим полуобхват груди. Делим на 2. И к этой величине прибавим 2. В данном случае полуобхват груди у нас равен 47. Делим на 2 и прибавляем 2. То есть это получится у нас 25,5 сантиметров. Мы чертим ширину изделия. Вниз мы отмеряем. Длина изделия, она в нашем случае равна 76 сантиметров. От точки А вниз изделие будет равно 66 сантиметров, длина изделия. Так, линия горловины. Линия горловины, ну здесь уже у нас как задумано будет. Можно вот так вот сделать, можно вот так вот. Это уже кто как будет делать. Ну вот, в принципе, у нас выкройка готовая. Эта линия у нас 66. Эта линия не 66, длина изделия 76 у нас. Так вот. Если не мотивами вязать, то рукав-то, конечно, можно и заузить. А из мотивов нам придется вот так вот вязать. По этой выкройке легко и просто вязать любое из этого изделия. Тут у нас ширина у нас 25,5 сантиметров. Если в полном развернутом виде взять ширину спинки и переда, то это у нас будет равно 51 сантиметр.
Я выбирала долго мотивы и выбрала. У меня один мотив будет равен 10 сантиметров. То есть спинка. По спинке у нас будет 5 мотивов. И по переду тоже 5 мотивов в ширину. Ну вот, я тут сегодня немного уже начала вязать. 7 мотивов связала. Один мотив вот представляет себе вот такой вот квадратик. И будет оно вот так вот смотреться. Сейчас я вам покажу, как этот квадратик связать. Начинаем вязание с 12 воздушных петель. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Замыкаем их в кольцо. Теперь в это кольцо нам надо связать будет 16 столбиков без накида. Вот этот конец нитки я буду его сразу ввязывать в кольцо, чтобы потом его не заправлять. Когда мотивов очень много, это не особо быстро делается и не особо удобно. Лучше сразу эти концы убирать. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16. Соединительная петля в первый столбик. Теперь мы будем вязать 3 петли подъема. Потом у нас идет арка. Эта арка состоит из 6 воздушных петель. Вяжем 6 воздушных петель. И 4, 5, 6. Следующую петлю мы будем вязать маленький листик из 3 столбиков с одним накидом. То есть мы вытягиваем, делаем накид, вытягиваем нить, провязываем одну петлю, и вот у нас 3 недовязанных столбика на крючке. Вместе потом мы их протягиваем одной петлей. Вяжем 6 воздушных петель. Следующий по счету идет у нас столбик с одним накидом. Вяжем столбик с одним накидом. 6 воздушных петель. Вяжем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с одним накидом. Первый накид. Петля. Провязываем в петлю накид. Вместе одной петлей. Это второй. Третий. Провязываем их вместе. 6 воздушных петель. То есть по кругу мы будем повторять 8 раз. Столбик с одним накидом. Пышный столбик. Ну вот я закончила ряд.
Выглядит наш этот ряд вот таким вот образом. Теперь в следующем ряду мы будем вязать арки из 5 воздушных петель. То есть, что мы делаем? У нас ряд мы закончили на столбике с одним накидом. Соединительным столбиком мы передвигаемся под арочку двумя соединительными. Один, второй. Теперь вяжем 5 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять. И под следующую арку столбиком без накида привязываем эту арочку. Раз, два, три, четыре, пять. 5 воздушных петель, столбик без накида. И так вяжем до конца ряда. Вот у нас осталась последняя арочка в этом ряду довязать. Эту арочку мы вяжем следующим образом. Вяжем 2 воздушные петли, делаем накид, и в основании первой арки мы будем вязать столбик с одним накидом. Вот, мы сразу вышли на середину арочки. Теперь из этой арочки, из вершины этой арки, мы вяжем 5 воздушных петель. И столбиком без накида мы закрепляем ее на вершине следующей арки. Так, теперь приступили к вязанию следующего ряда. Теперь вяжем 2 воздушные петли. Вяжем 2 столбика без накида под эту же, с накидом под эту же арку. Вот они, 2. Теперь делаем накид и вяжем 3 столбика с одним накидом в следующую арочку. Вот они, 3 столбика с одним накидом. Вяжем 5 воздушных петель. И в следующую арку вяжем 3 столбика с одним накидом. В следующую арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Вяжем 2 воздушные петли. И под эту же арку закрепляем их столбиком без накида. Вяжем 5 воздушных петель. 4, 5. Мы приступаем к вязанию, получается, следующего рапорта. В следующую арку мы вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли. 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Теперь следующую арку мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Вяжем 5 воздушных петель. Следующую арку 3 столбика с одним накидом. Два столбика с одним накидом. Следующую арку 2 воздушные петли. Столбик без накида. Вот мы, получается, провязали 2 рапорта. Первый рапорт и второй рапорт. Еще нам осталось связать до конца ряда 2 рапорта. Вот я заканчиваю вязание последнего рапорта. После 3 столбика с одним накидом я буду вязать 2 столбика с одним накидом. И
делаю 2 воздушные петли и закрепляю в последнюю арку предыдущего ряда, где мы ее вязали, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом делали. Вот в основание столбика с одним накидом я делаю соединительную петлю. Теперь приступаем к вязанию последнего ряда. В этом ряду мы еще будем по ходу вязания соединять мотивы между собой. Соединительной петлей мы переходим под арочку, вяжем 5 воздушных петель, соединяем столбик без накида в эту же арочку, делаем 5 воздушных петель. Под 2 воздушные петли предыдущего ряда мы вяжем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. Одна петля, стягиваем одну петлю их все. Теперь вяжем 3 воздушные петли, вяжем столбик с одним накидом вот сюда вот, то есть где мы вязали 3 столбика с одним накидом, в средний столбик мы вяжем столбик с одним накидом, вяжем 3 воздушные петли, пышный столбик из 3 столбиков с одним накидом. Делаем, вяжем 3 воздушные петли и начинаем соединять мотивы между собой. Вот в эту угловую арку мы вяжем столбик без накида. Вяжем 3 воздушные петли. Вот в этот недовязанный наш мотив мы вяжем столбик из пышный столбик. Теперь вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом в средний столбик предыдущего ряда, 3 воздушные петли, пышный столбик под арку из 2 воздушных петель. Теперь у нас в этом месте пойдет соединение тоже с соседним мотивом. То есть мы здесь вяжем так 2 воздушные петли. Под первую арку из 5 воздушных петель мы вяжем столбик без накида. 2 воздушные петли в мотив, который мы вяжем под вот эту арочку. Вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, вяжем вот сюда вот в арочку из 5 воздушных петель соседнего мотива, вяжем столбик без накида, 2 воздушные петли, возвращаемся к этому мотиву, вяжем вот сюда столбик без накида. 2 воздушные петли в соседнем. Вот вяжем подарочку из 5 воздушных петель. 2 воздушные петли. Возвращаемся к нашему мотиву, который мы вяжем. Под арку из 2 петель мы вяжем пышный столбик.
связали пышный столбик, вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, пышный столбик, три воздушные петли, и нам этот теперь надо соединиться вот в это место, где уже у меня соединены 3 мотива. Нам надо сюда присоединить 4-й мотив. Надо постараться как-то красиво его подсоединить. Столбик без накида. Тут получается, что мы вот его соединяем. У нас вот тут в этом месте соединяются 4 мотива одной петлей. Одну сторону мы привязали. Теперь нам надо будет еще вот эту сторону соединить вот с этим мотивом. Вяжем 3 воздушные петли. Вяжем пышный столбик. По рисунку у нас идет 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. Вяжем пышный столбик. Вяжем 2 воздушные петли. 2 воздушные петли мы вот сюда. И будем здесь вязать столбик без накида. Провязали 2 воздушные петли. Возвращаемся в эту арочку. Столбик без накида. 2 воздушные петли. В эту арочку. Столбик без накида. 2 воздушные петли. Возвращаемся к этой арочке. Сюда столбик без накида. 2 воздушные петли под эту арочку, 2 воздушные петли и вяжем пышный столбик вот сюда вот. Пышный столбик связали, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, пышный столбик, 3 воздушные петли, соединяем в угловую арочку соседнего мотива. Теперь будем вязать по этой стороне. 3 воздушные петли провязали. В эту же арку мы вяжем пышный второй столбик. Три воздушные по рисунку, столбик с одним накидом, 3 воздушные, пышный столбик, 5 воздушных петель.
столбик без накида подарку, 5 воздушных петель, столбик без накида под эту же арочку, 5 воздушных петель, пышный столбик, 3 воздушные петли, столбик с одним накидом, 3 воздушные петли. И вот мы подошли на угол. Вяжем пышный столбик. Семь воздушных петель на углу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Второй пышный столбик в эту же арочку. Ну и дальше в эту сторону довязываем по рисунку. По рисунку довязываем. В принципе, здесь у нас еще осталось. А мы сейчас уже заканчиваем ее. Так, 3 воздушные. Столбик. 3 воздушные. Пышный столбик. 5 воздушных петель и соединяем ее вот сюда вот. Соединительной петлей обрываем нить, закрепляем, и вот мы связали этот мотив. И по двум сторонам прикрепили его к соседним мотивам. Вот таким образом будет вязаться этот мотив и скрепляться между собой. Ну, пока на этом я видео свое заканчиваю. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Дальше я думаю, что я сниму видео, когда уже буду завершать этот кардиган.